Включаем. Значит, стоит задача домкратом поднять правую плиту до уровня левой и немножко левую. Пробуем. Сейчас на этот домкрат будет уходить немножко в землю. Я снимаю домкрат пока. О, они побежали. Уже? Да, только на меня что-то сыпется. Погоди. Ну так что с швов? Это, ты смотри, в люк не упади. Не-не-не. Назад делай. Пошли? Да. Так и люк все идет. Ну что там, значит, смотрим? А, ну уже выравнивается. Ну да. Зашибись. Давай. Давай, ровно. Выровнялось? Еще, давай. Там краш немножко кривоват, сейчас стоит чуть-чуть. Сейчас вот надо мальчик советую, металлический поставить. Чувак? Давай. Так. А вторая не пошла еще, ну, да? Вот я и жду, когда вторая пойдет. Нормально все? Угу. И вторая пошла. Пошла? Чуть-чуть прям. Обе идут. Отлично. Ну, хорош, наверное, дед. Хорош? Давай мальчика поставим. Сейчас стоечку сделаем еще. Думаешь, хорош? Ну, я думаю, что хватит. А смысл нам ее задирать? А нам надо, знаешь, это поймать его горизонт, чтобы мы туда воткнули этот палочку. Ну, поднимай еще. Давай, наверное, это, чуть-чуть, буквально на сантиметр. Приспособы. Да. Давай на сантиметр еще поднимем. Практически одними пассатижами все подняли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, выключаю. Включай.